Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Новороссийске на стадионе «Центральный» на матче 17-го тура, последнего тура первого круга нынешнего сезона лучшей лиги мира, в котором новороссийский «Черноморец» принимает подмосковные «Химки». Первый очный матч между этими командами с апреля, представьте себе, 2012 года, когда команды в розыгрыше первой лиги встречались опять-таки в Новороссийске. Хотя, надо признать, что есть разные оценки тому, какой состав подобрался на первую часть сезона. Красная карточка! Красная Фомину! На 15-й минуте в результате столкновения с Руденко, который на газоне лежит. Это уже похоже на осаду, учитывая расположение футболистов обеих команд. Снова направо, здорово. И снова здесь один Корян. Прострел, рикошет и мяч в голову попадает. И вот удар и гол! Воткнул мяч в дальнюю девятку Равиль Нитфуллин, оформляющий второй гол во втором подряд матче лучшей лиги мира. 1-0. И забивает Равиль Нитфуллин. Да, мяч метался, да, сложно, наверное, было его с полулета на подъем положить. Но еще раз подчеркну, у Равиля Нитфуллина великолепный дальний удар и удар со средней дистанции. Низом хорошая передача, левее можно мяч отдавать. Момент, удар нужен, Садуев, удар, 1-1! Шамиль Садуев! Счет на его спине. Провал. Ужасная игра в обороне от «Химок» и в средней линии, и в том числе. Несколько передач позволили гости и обостряющих, и при этом довольно простых. Равиль Нитфуллин. Левее здорово. Офсайда, похоже, нет. Руденко, Фролкин. Отстегивает левую ногу, выставляет ее. И ею отражает мяч, пущенный Руденко в уголочек. Браво, Фролкин. Снова розыгрыш, подача вот отсюда проследует, есть скидка от Воротынова, опасно, мечется мяч, Фролкин забирает его на секунду, далее в него втыкается Лео Андраде, сейчас ему объяснят Антонов и другие футболисты черноморца, в чем он не прав, и свой мяч они так или иначе оформили, это сделал Шамиль Садуев, опасная игра. И не уравняются ли составы сейчас? Да, вторая желтая Хетагу Хасонову. 10-10 в конце первого тайма. Опасная игра. Пятый Виктор Гараев слева, 14-й Иван Маклаков. Длинная передача. Выбегает из-за спины защитника Александр Руденко. Бьет с острого угла мимо створа ворот Данила Фролкина. И хорошую работу организует Алексей Гречкин в центре обороны, опережая соперника. Замена формата молодой на молодой. Так стоит понимать. Вот такой удар в исполнении Руденко. Резкий. Указывают на это Голубовичу, кажется, футболисты черноморца. Но тот диагональ налево выдает. Амир Мухаммад чувствует прикосновение соперника. Падает на газон. И это пенальти. Ставит на точку Дмитрий Стрельцов. Итак. Корян, удар, Фролкин, а добивание все-таки будет и забивает Аршак Корян со второй попытки. Вперед, во второй раз в этом матче выходят «Химки». 2-1. И Аршак Корян выводит «Химки» вперед. 2-1. Не так, чтобы много порядка, и в котором явно свежее химчане, и порезче, поопаснее они атакуют. Еще одна атака вашему вниманию. Прострел справа! Замыкается! Это Тимур Касимов, который забивает в своем первом матче за «Химки» в лучшей лиге мира. 3-1 «Химки» в контратаке. Какая же неделя для Тимура Касимова. Просто вдумайтесь. Дубль за главную команду в кубковом матче. И гол сегодня. И в подкате вгоняет мяч под перекладину Тимур Касимов. Наверное, это последний загруз. Один из точно от Фролкина. И далеко не всегда удается ее выигрывать. Подача. И звучит финальный свисток от Дмитрия Стрельцова, который, может быть, сегодня был самой яркой центральной фигурой этого высокоголевого поединка.